Всем привет! Сегодня я хотел бы снять вот такую рубрику «Что в моем телефоне?». Пользовался я, вот напоминаю еще раз, Alcatel OneTouch L2. Покупал я его в России, не в Китае. И попользовавшись, наверное, 2-3 дня, что же я на него накачал? Что же я успел понять за эти 3 дня? В принципе, телефон меня еще раз порадовал. Я думал, он намного будет хуже, но оказался он вообще для меня идеальным. Ничего не глючит, даже вот с момента запуска, да, если сразу мы начинаем там листать меню, там заходить, да, куда-то. Сюда вот, да. Вот. Он не глючит. Wi-Fi работает вообще идеально. Отлично. Ну, давайте. Сейчас мы будем говорить о приложениях, какие у меня есть. Социальные сети, это, естественно, все знают. ВКонтакте, Инстаграм, Вайбер, e-mail, Ютуб, Ватсап, Фейсбук, Твиттер. Ну, это необходимое. Приложение Google, тут Google Chrome, Gmail, Google Plus, карты, Play музыка. Ну, это что-то еще от производителя. Приложение для фото, очень люблю делать фото. Фотостудия, Mirror Image Free, Pixlr и камера Boo by Quates. Вот, кто любит делать фотки, рекомендую эти программки. Не на правах рекламы, мне никто за это ничего не платит, я просто говорю свое мнение. Мне вот, допустим, вот нравится вот программка Pixlr, да, сейчас мы ее запустим. Вот тут вот можно коллаж сделать, фотку одну обработать, по-разному вообще, вот в галерею заходим, да, только один раз. Разные можно фотки, тут дым, все такое добавить, вот это вот. Ну, это очень круто, прикольная программка, абсолютно бесплатная, вот эти вот все игры вот здесь, вот накачал Run and Gun, Angry Birds Gold, Dunker Dash, Angry Birds, Судья Дред. Вот такие вот разные вот приколюшки, и телефон реально безглючный. То есть я еще, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, не замечал ни одного глюка. Еще кто любит есть, есть такая программка, Delivery Club называется. Вот тут все рестораны, еда, все вот это вот. Кто любит вкусно поесть и не стоять в очереди, эта программка тоже абсолютно бесплатная. Я дам ссылочку. Это не реклама, еще раз повторяю. Это вот, что я действительно пользуюсь ей. И она мне очень понравилась. Вот, кто особенно в больших городах живет, ему будет она кстати. У нас не очень большой город такой. Город Пермь, может быть, кто знает. Вот, тут не очень много, но тут роллы, пироги тоже есть. А в Москве там очень-очень большой ассортимент, так что всем советую. На Alcatel-ку я уже давал ссылочку. Так что всем спасибо, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки. Скоро будет очень много посылок, обзоров, распаковок. Не скучайте, всем пока.